Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Сейчас состоялась лотерея Green Card, очередная лотерея. И я сделаю сейчас небольшой анонс, а вечером сегодня запишу подробное видео по статистике, сколько играет людей в лотерею и сколько в итоге выигрывает. Ну вот для анонса просто вам расскажу сейчас про Украину. Вот смотрите, если мы сейчас смотрим. Я по каждой стране пройдусь, из стран бывшего СССР. Значит, Украина у нас, получается, играет 1 274 000 человека, а выигрывает всего 4679 человек. Вот такая вот статистика. Поэтому, к сведению франчайзеров наших, которые имеют франшизу американского визового центра на территории Украины, нашей компании, вот вам рынок, пожалуйста, работайте. Сейчас огромное количество людей будут интересоваться вашими услугами. Те, кто ждали, что выиграют, они выиграли. Вот 1 200 000, даже больше человек, которые могут обратиться к вам по вопросам иммиграции.